из Милана прямо в Москву. Сегодня модный дом Этро представляет новую коллекцию весна-лето 2020, а также капсульную линию платьев с Венецианского и Каннского кинофестивалей. Я очень хорошо отношусь к этому дому, прекрасно, с удовольствием ношу произведение дизайнера и очень рада тому, что Вероника уже не первый раз приезжает и привозит новую коллекцию. Сама лично представляет ее. Знаю этот бренд, конечно же, очень давно, но полюбила несколько сезонов назад, будучи сна. И люблю их за то, что они умеют сочетать несочетаемое, как казалось бы, но выглядит все невероятно красиво. И клетка, и разные узоры, цвета. Все выглядит настолько гармонично и стильно, что не любить просто невозможно. Я ожидаю красивого шоу, красивых моделей, облаченных в какие-то невероятные новые вещи. Я часть вещей видела в каталоге, и мне очень интересно это теперь оценить вживую. Я сама из Китая, из Пекина. И все, это принты Этро, и цвета, для меня очень связано с китайской культурой. То есть у нас очень тоже сложно принты, и вот этот теплый цвет, именно благородный, вот это красный, вот именно как кирпичи цвета. Мне просто оно нравится, и поэтому вот я живу в чужой стране, и чувствую это типа близости ко мне, поэтому из-за этого люблю Этро. Мне безумно нравится модный дом Этро. Я сегодня рада присутствовать на показе. Обязательно присмотрю что-то для себя. Ну и обращу внимание на новинки сезона, на тренды. Like a very special thing because we just showed a month ago in Milan, so it's part of this collection of spring summer that we're showing, part of the main collection that will be in store, and then for special we're showing also at the end part of a customized collection of evening gowns that you saw maybe on the Venice and Cannes film festivals on celebrities and beautiful girls. So it's really three different things that we put together, but at the end, especially the first two parts, they really melt together. That's to show at the end that the world of Etro actually is one. There's a lot of like preppiness about this thing of bourgeois, like shirts, men's shirt. You have sometimes really rich, voluminous, like peasant shirts, like pirate shirts, and then very neat silk shirts with a bow tie or borrowed from menswear. So there's a lot of also of tailoring coming in. Very feminine, floaty, but also a lot of tailoring mixing together. Очень рада возвращению покупателей к истокам бренда Этро и к их любимому принту, потому что это очень классно. Вот очень похожая сумка была у моей мамы, и я помню, как все сходили с ума там, в конце 70-х, 80-х по этому принту, и я очень рада тому, что это все вернулось, что это какая-то моя ностальгия, воспоминания о юности, там, о молодости моей мамы, и вечное желание залезть к ней в гардероб и что-нибудь поносить. Вот теперь как бы это мой собственный выбор, в общем, чем я очень горжусь. Очень здорово, что это не какая-то экстремальная мода, которая то туда, то сюда. А это стилеобразующее, шикарного качества, настоящая итальянская компания с мировой известностью и любовью.
фантастическое шоу. Вот честно, я не ожидала, потому что, во-первых, каждый наряд, он настолько лаконичный, несмотря на то, что это много цветов, и это очень много этнического, а я про черный, да, про какую-то такую очень сдержанную элегантность, я была поражена, мне все луки очень понравились.